Здравствуйте, мои дорогие друзья, добро пожаловать на канал. В эфире с вами Хоттабыч, а это игра The Last of Us, вторая часть. В прошлой серии мы искали Томми, но нашли другого человека. Вот, и по ходу дела опять начнутся сейчас флешбеки и тому подобное. Давайте посмотрим. Это игра в молчанку? Да уж, я бы и свой день рождения забыл, если бы она не напоминала. Просто извинись перед ней. Я же сказал... Ладно, что с тобой? Ничего. А что? Ты какая-то мрачная, я же вижу. Просто задумалась. Если хочешь поговорить, только скажи. Ага. Ну да, походу флешбеки опять очередные. Это брат... Отставшие. Джоэла, это Томми. Сколько? Вот его мы ищем в Сиэтле. А что у тебя за винтовка? Ты что делаешь? Хочешь дай попробовать? Да, хочу, нифига себе. Ты уверен? Я сегодня щедрый. Видишь тот знак? Красный. Попадешь в него? Хороший способ выманить их. Ну, давай. Сюда? Целься выше. Пулю будет вниз тянуть. А, понял. Хорошо. Не забудь сделать поправку по высоте. Молодец. Они прибегут на звук. Так а мы тут зачем? Надо их грохнуть. Угу, давай. Ну вот, я вижу еще. Ха. Готов. А мне нравится. Еще два. Всех уложила. Еще а, там бывают, отлично. Если не надоело. Ага. Пошли. Откуда они прутся? Зимой здесь часто проходят орды. Но кто-то из них всегда остается. Каждый год по тому же маршруту? Да, как будто мигрируют. Хм, что за миграция? Ну... Когда атмосферное давление достигает определенной температуры... Да черт, не знаю я. Возле сарая. Они движутся вниз по склону. Зачем? Посмотри у пикапа. Они там жрут оленя. Проголодались. Где? А, во, вижу. Я насчитал троих. У тебя талант. По-прежнему двое. Ну, а то. Красота. А он еще один. Я поражен. Вроде никого. Думаю, здесь есть. Вон там. У подъемников. Смотри вон туда. Под кабинками. Возле башни. Видишь? Угу. Блять, еще дальше. Хорошо пошло. Да. Еще несколько. Отлично. Еще трое. Не торопись. Как же шлем? Надо будет рассказать Джоэлу. Там еще парочка. Как бы Джоэл про рагу не забыл. Небось, не перемешал, и все подгорело. Больше вроде никого. И я не вижу.
Ладно, пойдем. Может, Джоэл вернулся. Ага. Все, давай. Спасибо тебе. Это было очень кстати. Не за что. Дамы вперед. Я вообще-то не должен говорить, но Джоэл за тебя переживает. Да, все нормально. Чего он? Не сомневаюсь. Но если ты не будешь с ним общаться, он подумает, что-то случилось. Я общаюсь. Ну, надо не просто «привет, пока». Ладно, попробую. Там только вы стреляли, да? Сняли пару отбившихся. Элли мой прицел пробовала. Понравился? Да, удобный. О. Я смотрю, ты забыла струны перетянуть. Не знала, что должна была. Ну да, ты... Мы тебе добудем новые. Да. Вон там музыкальный магазин. У них точно есть гитарные струны. Я к тому, что тут давно можно было бы чем-то поживиться. Я посторожу. Что скажешь, детка? Можно. Это наш шанс. Ты точно не пойдешь? Давай, иди. Он ждет. Дай свою винтовку, слышь? Зараза какая. Ладно. Ладно, поехали. Хорошо. Давай за мной. Ну, вы подстрелили кого-нибудь из зараженных? Всего парочку с гряды. А ты? Я, да так. Нашел пару бегунов в доме. Джесси говорит, ты себя хорошо показала в групповом патрулировании. Даже порекомендовал тебе в парный патруль. Но мне кажется, тебе еще рановато. Я стреляю лучше, чем большинство из них. И у меня опыта больше, чем у любого из новобранцев. Слушай, если ты считаешь, что готова, я тебе верю. Ну что ж, спасибо. Только сделай одолжение, начни с коротких маршрутов. А там посмотрим, как пойдет. Хорошо. Помнишь те комиксы «Дикие звезды», которые ты собирала? Ага. Мы с Томми нашли несколько выпусков, когда пробирались через ту школу. И как тебе? Да знаешь, я такое не очень люблю. Доктор Даниэла Стар очень уж... У нее дикий нрав. Что она устроила капитану Райану в том поединке? Ага. Ну, то есть он это заслужил, но... Мне понравилась история про побег. Шутник. Магазин там. Проходи, придется оставить здесь. Ага, хорошо. Искра, смотри, не безобразничай. Вот этот магазин. Ага, вижу. Тебе помочь? Я сама. Тут мы не пройдем, наверное. Что? Не пройдем, говорю, блин. А, черт. Раньше можно было переплыть. Так, и что теперь? Ну, если не боишься, можем пойти через отель. Не боюсь. Ну, погнали, значит. Понятно. Пока никого не заметно, не видно. Что, здесь пойдем? И что? Не?
Погоди-ка, есть идея. Ты как, пролезешь здесь? Пролезу. Попробую. Аккуратней там. Ага. Я пролезла. Погоди. Хорошо. Нет, ищу. Сейчас какая-нибудь хрень как выпрыгнет, да? Так, ладно, приятель, ты там постой пока. Я осмотрюсь. Патроны. И все, наверное. Хотя... Вот еще. Нет. Ну, здрасте. Привет. Впечатлен? Да. Ты просто тоща. Плохо питаешься. Не за что. А здесь никого нет. Пока еще. Сюда. Споры. Я вижу, как пройти, но тут споры. Надевай маску. Это обязательно. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Станешь носить маску, рано или поздно попадешься на глаза кому не следует. Не попадусь. Ты больше никому не рассказывала? Ни Джесси, ни Дине? Конечно, нет. Молодец. Ты сюда раньше заходил? Нет. Мы патрулировали улицы. Теперь думаю, что, наверное, зря. Возможно. Пусто. Туда пройти можно. Патроны, это хорошо. Палка пригодится. Отлично. Пусто. А ты где? Ё-моё. Ладно. Походим сами пока что.
Подожди, подожди, не туда, вот сюда. Этот труп тут давно лежит. А когда тут проходил патруль? Не знаю. Это кто-то из наших? Нет. В Джексоне никто не пропадал. Только те подростки в прошлом году. Этот явно старше. Наверное, случайно забрел. Подожди. Я еще посмотрю. Ну вот, наверное, и все. О, тут дыра в полу, в потолке. Наверное. Так, где он тут? Иди сюда. Я иду. Элли, иди. Ух ты, бля. Раз, два. Их тут очень много. Мы за этим сюда и шли. Ладно. Давай отдохнем. Давай. Любимое занятие мое. А подожди ты справа. Дай понять, где они сидят. Идет, идет. Опа, папа. Бля, подвинься. Нету. Жаль. Где? Я чуть не пойму. А. Еще есть это место. Джек.
Джоэл вроде отбились. Похоже на то. Ты молодец. Да, и ты. Слушай, давай за струнами в другой раз сходим. Ты читаешь мои мысли. А чё? У нас нет выбора. Назад не пройти. А иду, иду. По-моему, тут можно выбраться. Ну, иди. Сейчас какая-нибудь хрень выпрыгнет. Где ты? Охренеть. Пошли. Черт. Это уже перебор. Да. Но справились же. Угу. Справились.
Подожди, подожди. Ты цел? Не считая того, что старый. Да полежу, отосплюсь, к утру все пройдет. Пойдем отсюда, а? Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Подожди, подожди. Соберу пожитки. Да пройди же ты. Пошли. Все, пойдем. Что ты делаешь? А вдруг там два топляка? Успокойся. Споры мы прошли. Фух, ничего себе, мы нарвались, да? Топляки в этих краях большая редкость. Да. Когда Джесси и Дина узнают, у них истерика случится. Эти двое в каких отношениях? Они вроде вместе. Там все сложно. А что? Я слышу, как Джесси про тебя говорит. Нет, мы с Джесси просто друзья. Не-не-не, у меня глаз алмаз. Я такое сразу подмечаю. Ну, а тут ты ошибся. Увидим. Не, не дождешься. Ты сможешь там протиснуться? Видишь, что там мешает? Да. Готово. Спасибо. Ага. Джоэл. А? Это они. Пара, сбежавшая в прошлом году. Да, ты права. Джексон — чудесное место, но мы больше не могли слышать о том, как другие страдают. Мы хотели помочь, хотели спасать людей. И часа не прошло, как мы наткнулись на Орду. Нас покусали. Мы решили, что лучше будет убить себя. Скажите нашей семье, что нам жаль. Адам и Сидни. Я застрелил ее. А себя не могу. Какой же я трус. Адам. Боже. А вот были бы они иммунны. Ну, мы сходим за Томми и сможем отнести их тела в Джексон. Да. Когда ты забрал меня из госпиталя Цикад? Ты сказал, что таких, как я, десятки. Да, так они говорили. Я никогда не встречала других иммунных. А ты?
Может, они скрывают. Как ты? Ты в это веришь? Это обязательно обсуждать сейчас? Мы пересекли всю страну, чтобы добраться до цикад. У меня было к ним столько вопросов. Почему ты забрал меня, когда я была без сознания? Потому что они провели тесты. Я увидел, что они были бесполезны, и вытащил нас. Откуда ты знаешь, что бесполезны? Может, дай ты им больше Элли. Времени, они бы нашли какой-нибудь Элли. Способ. Лекарства просто нет. Ни этим людям, ни другим никак нельзя было помочь. Ты хочешь, чтобы все было не так, и я этого хочу. Но все так. Надо вернуть тела этих ребят домой. Или ты хочешь еще что-то обсудить? Нет. Ладно. Пошли. Он уснул. Эй, давай я. Он хороший. Угу. Ты не сказала ему? Думаю, рано. Ну вот. А тут что? Есть новости? Вообще-то да. Эбби? Нет. Это Нора. Ее отряд пошел к больнице искать медикаменты, вроде бы. Вот к этой? Да. Что, ты пойдешь сейчас? Это же зацепка. Ну, хоть подожди, пока Джесси проснется. Она может уйти. Элли. Мы знаем, где она. Вдруг и Томми знает. Что? Ничего. Ага. Можешь запереть за мной дверь? Да. Ага. Трасса номер 5 должна вывести меня к больнице. Так, ребята, ну что? Пойдем к больнице. Трасса номер 5. Разыщу Нору. И выпытаю у нее, где Эбби. Легкотня. Да, легкотня. Трасса номер 5. А у меня... Карта-то моя закончилась, да? Карты у меня больше нету. Здесь я не пройду. Нет, определенно не пройду.
Значит, нужно идти туда. Что? Где-то здесь, наверное. Проход в больницу, карантинная зона. Ну, мне явно сюда. Никаких плюшек я тут не вижу. Ничего здесь не лежит. Открыть ничего нельзя. Ну, в общем, ясно. Ладно, погнали. Опа. На ловушку бы не нарваться, бы ни на какую. Надо как-то пробраться. А я просто осматриваюсь, я ж... понимаю, что сюда надо идти. А, во-во-во-во-во. Сюда куда-то, да? Как пробраться? Вот. Отлично. Вот и больница. Вроде никого. Там хер его знает. А топорику моему скоро капец придет, кстати. Надо его поменять бы на что-нибудь. Смотри-ка, и здесь можно пройти. Можно и тут пройти. Можно было и по больнице пройти, да? Вот здесь, например. По ходу дела, это один и тот же проход. Кто-то голову кому-то отрубил. А там у нас что? Ощути ее любовь. Что за хрень? Нет, здесь нельзя было пройти. Только если бы обойти. Стоп, стоп, стоп. Что тут? Все. Топорик мой заново целый. Снова новый. Нормально. Жить можно. Куда нести?
Погоди-ка, это что у нас тут? Куда нести-то? Что мне с ней делать? Пока не разобрался. Черт, там есть чем поживиться. Ах, хер его знает. Ну, кинул, да кинул. Заперто. Зараза. Так, ребятки, я, наверное, знаете что? Пойду обойду. Откуда я пришел? Можно было же туда зайти. А я не пошел. А зря, надо было проверить. Что здесь лежит? Чего тут не лежит? Опа, лежит. Я думал, здесь проход какой-то. А тут нет прохода. Оказывается, просто приколюшки. Шо, ладно. Магазин. Магазин при больнице. Вроде как бы сюда, там есть чем поживиться, а как пройти туда, я что-то как-то не пойму. До конца пока не понял. Куда ее нести надо? Далековато. Ну, веревка, она тут не просто так ведь, да? Верно? Туда, что ли? Или куда? Что мне с ней сделать надо?
Дайте мне подсказку какую-нибудь, я не пойму. Каким-то образом надо пробраться вон туда. Ладно, сначала так. Ай, блядь, не убейся. Дальше что? Сука. Хер его знает. Как туда попасть? Нести. Может, ползти все-таки можно будет. Ай, блин. Нет. Как туда пробраться? Патрон-то один остался. Патронов ни хера нету, кстати. Мне туда попасть. Стекло мешается. Какое стекло тебе мешает? Понял.
Хорошо. Ну все. Что у нас тут? Да. Ну вот и все. Высоко. Да, бля. Ладно. Ну, вперед. Ну так где больница-то это? Куда мне идти надо? Ой, блядь. Наверное, сюда. Наверное, сюда. Обязательно зайду я сюда, но уже, наверное, в следующей серии. Спасибо всем, кто посмотрел данный видосик до конца, поставил лайк, написал комментарий и подписался на канал. Я буду с вами прощаться. Это была игра The Last of Us. С вами был Хоттабыч. Всего хорошего. Пока-пока.